Вы не забыли? Конкурс АТВ по поеданию бус на камеру продолжается. И у нас появился новый претендент на победу. Туяна Дашеева всерьез намерена выиграть и получить 10 килограммов свежеслепленных бус. Помню, видео нужно снять в формате АСМР. Если проще, это мурашки от звуков, прикосновений или картинки. Чтобы они точно побежали по вам от этого видео, Туяна Дашеева добавила к поеданию бус куриный бульон и салат «Цезарь». Хотите тоже побороться за 10 поздней с бузами? Снимайте их поедание на камеру, выкладывайте в Инстаграм и отмечайте нас. Не забудьте подписаться и поставить лайк сюжету Буды Мунхоева от 9 января. Ваши видео мы принимаем до следующего понедельника.